Всем привет, с вами Андрей Сонар, а это наш замечательный супер-мега-мото-рафт «Волнатрон». И его нужно подготовить к грядущим мероприятиям на воде. Для этого рафт нужно почистить, украсить и поставить трансовые колеса. Погнали! Вот посмотрите, насколько огромная лодка. Вот, человек стоит в полный рост, а рафт больше, чем человек. Нельзя заходить в воду, если зайдешь в воду. Ну, до кристальной чистоты рафт, конечно, не очищен, но он уже не такой грязный, как был после наших осенних мероприятий. Теперь приступаем к следующему этапу. Крепим трансовые колеса. А вот и они, длинная НДНДшная версия. Ну вот, рафт уже на колесах. Теперь остается поставить на рафт украшение. Сейчас проверим, насколько трансовые колеса получились надежными. Давай, сейчас здорово. Как будто и без груза. Благодарю. Ну а теперь осталось этот рафт запаковать, и можно ехать на мероприятие. Да, кстати, кто не знает, что такое рафт «Волнатрон», это вот такой моторный глиссирующий рафт. Он сделан по размеру корпуса 16F-18F. При этом у него есть вклеенный транец. И это самое жесткое крепление транса, которое можно сделать крафтом. Это не навесной транец, который выдерживает достаточно небольшие нагрузки и небольшие моторы. Здесь можно вешать серьезный мотор и гонять с большой скоростью. Например, этот рафт под мотором 15 лошадиных сил, который для него, в принципе, маленький, чешет 40 км в час, а втроем идет 35 км в час. Для такой здоровенной моторной лодки это очень высокая скорость. Что же еще позволяет этот замечательный рафт? Видите, вот такую вот П-образную рамочку сверху. А эта рамочка нужна для того, что если ваш рафт на огромной волне или на бурной воде перевернется, то мотор, который подвешен вот здесь, не пострадает, не зальется водой, так что вы вставалкой сможете перевернуть рафт обратно, завести мотор и продолжить движение. Но чтобы мотор не слетел с транса, вон там видите, два таких не очень аккуратных отверстия просверлены. Это для того, чтобы еще мотор дополнительно, кроме его струбцин, крепить насквозь болтами. Это для экстра надежности. Что еще можно сделать с этим рафтом? На базе этого корпуса можно сделать так называемый рафт-ладью, то есть носовую оконечность превратить в какую-то голову. Я недавно вот показывал. Здесь недавно находился рафт-ладья, но в грибной версии. Вот представьте себе вот рафт-дракон с головой, такой огнедышащий, несущийся 40 км в час. Насколько это может быть впечатляюще. Так что смотрите и заказывайте лодки на базе моторафта «Волнатрон». «Волнатрон» — это, можно сказать, моторное рафтовое будущее. «Тайм-триал» только у нас. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.